إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه من بعث الله رحمة للعالمين هاد ومباشر ونظيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى قال جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الحمد لله والله الله Господу миров свидетельствую что нет божества кроме одного единого Творца для всех свидетельствую что нет у него сотоварища свидетельствует, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш господин, раб Аллах, его посланник. Прошу прощения и благословения его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал их благородному пути до судного дня. Затем призываю и наставляю всех вас и себя в первую очередь. Будьте богобоязненными, бойтесь Аллаха и соблюдайте шариат. Аллах Субхану ва Тааля в Священном Коране говорит Бисмиллахир Рахманир Рахим Я айюхаллазина аману таккуллаху вальтанзур нафсу ма каддамат лигад ваттакуллаха инналлаха хабирун бима таамалю О верующие, бойтесь Аллаха и пусть человек, говорит, посмотрит, что он приготовил на завтра. Что из благих деяний он совершил и приготовил на завтра к судному дню? Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает абсолютно все, что вы делаете. Хочу вас всех поздравить с наступлением благословенного месяца Мухаррам. Этот месяц известен тем, что он знаменует начало нового года по мусульманскому календарю по хиджре, 1446 год, а также знаменит тем, что 10-й день этого благословенного месяца – день Ашура. Это великий день для правоверных, потому как очень много различных таких важных событий произошли именно в этот день. Например, первое, это то, что на этот день приходится сотворение Всевышним небес и земли. Сотворение арши и курси, сотворение ангелов, создание первого человека Адама, алейхиссалям. На день Ашура приходится также переселение Адама, алейхиссалям, на землю и принятие его покаяния. В этот день, например, корабль Нуха, алейхиссалям, после Великого потопа причалил в горе Джуди. В этот же день родился Ибрагим, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям, в этот день был вознесен на небеса. Потопление фараона и спасение пророка Муса, алейхиссалям, также произошел в этот день. Юнус, алейхиссалям, вышел из чрева рыбы в этот день. В этот день произошло исцеление Аюба, алейхиссалям. Сулейман, алейхиссалям, в этот день стал царем.
Юсуф, алейхиссалям, вышел из тюрьмы. И в этот день, иншаллах, наступит великий суд. Конец света наступит также в день Ашура. Эти события подробно описываются в книгах Ас-Суюти и у многих других ученых. Их еще больше там, ну, некоторые только из них напомнили. Поэтому каждый этот пункт, имеет очень великое значение для всех правоверных, для верующего человека. И в связи с чем правоверные всего мира празднуют этот день, совершая какие-либо благие деяния, проявляя такой знак как бы благодарности Всевышнему Аллаху. День Ашура – это 10-й день месяца Мухаррам. С арабского языка 10 переводится Ашара. Ну, одна из версий, что, скорее всего, происхождение этого названия День Ашура именно связано с тем, что это 10-й день Ашара. И, соответственно, сам весь месяц Мухаррам является благословенным, но таким наиболее самым важным, и благодатным и благословенным является день Ашура. В день Ашура, 10-й день Мухаррама, а также в 9-й день Мухаррама до или после 11-й день Мухаррама, желательно сунна держать пост. Вот. Если сам человек не в состоянии держать пост, да, то он может делать, ну, какие-то, не знаю, другие благие дела. Например, накормить кого-то, кто держал в этот пост. Сделать садака и накормить его. Согласно одному из хадисов, пост день Ашура очищает мусульманина от грехов за предыдущие и последующие годы. А за крупицу подаяния садака Аллах Субхану ва Тааля взамен даст вознаграждение величиной с гору Ухад. Поэтому каждый пусть совершит благое действие по мере возможности, здоровья, материального положения. И, как уже ясно, наверное, желательно очень много проявлять благих деяний в эти дни, раздавая милостыню людям. А раздавая милостыню, здесь нужно подчеркнуть, что наилучшее, или, можно сказать, лучшее проявление щедрости, да, это щедрость, проявленная по отношению к своей семье. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ман васа аля айялихи яума ашура, васа аллаху алейхи сайру суннати». Тому, кто проявит особую щедрость по отношению к своей семье в день Ашура, Аллах проявит свою щедрость на протяжении всего оставшегося года. Этот хадис приводится в сборнике хадисов Аль-Байхаки. Особенным деянием, которым все пророки и посланники возвеличивали день Ашура, является соблюдение ими поста в этот день. И как пришло в достоверных хадисах, это самое желательное действие и для нас с вами. И нам тоже желательно в этот день поститься. Потому что сам пост является таким невидимым для глаз видом поклонения. В предании сказано, в хадисе сказано: «Ан Убайдиллахи ибн Аби Язида, аннаху самиа ибн Аббасин якуль, ма раайту Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ятахарра сияма яумин, яльтамису фадлаху аля гайрихи илля хазал яума, яума Ашура, ва шахру Рамадан». От Убайдиллахи, сына Абу Язида, передано, что он сказал: «Я, говорит, слышал, как Ибн Аббас, рады Аллаху анху, говорил: я не видел посланника Аллаха более усердствующим в соблюдении поста, чем в день Ашура и в месяц Рамадан».
Месяц Рамадан, понятно, пост обязательный для нас. Естественно, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал предписания. А из желательных дней посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, особенно Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, особенно усердствовал именно в день Ашура. В другом хадисе сказано, «Анна Расулаллах, саллаллаху алейхи вассалям, لما قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. В другом хадисе сказано, что поистине, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, он нашел, что иудеев постящимся в этот день, день Ашура. И он спрашивает, как бы для того, чтобы узнать, почему они именно этот день постятся, спросил у них, почему вы именно в этот день поститесь? И они ему ответили, что это великий день, в котором Муса, алейхиссалям, его народ спасся от фараона. И поэтому Муса, алейхиссалям, постился в этот день. И мы, говорит, постимся в знак проявления вот этого благодарности Всевышнему Аллаху. Мы постимся в этот день тоже. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на это ответил, сказал, что мы, будучи мусульманами, более чем обязаны благодарить Всевышнего за такой день. И повелел соблюдать пост в этот день также. В этом же хадисе сказано: «Кана йаум ашура тасумаху курайшун фил джахилийяти». «Вакана расул саллаллаху алейхи ва саллям ясумаху фил джахилийяти, фаламма кадама аль-мадина самаху ва амара бисиямихи». فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. В джахилии курайшитов соблюдали пост в день Ашура. То есть в доисламскую эпоху курайшитов также соблюдали пост в день Ашура. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тоже соблюдал в этот день пост в Мекке. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал, прибыл в Медину, он даже повелел всем поститься в этот день. То есть это, в этот день, пост в этот день был на уровне фарда, обязательно. И это происходило, проходило до тех пор, пока не был предписан обязательный фарз, месяц Рамадан. То есть пост месяц Рамадан. Когда Аллах Субхану Тааля уже утвердил нам пост месяц Рамадан, этот пост отменился. Йом-Ашура. И пророк даже сказал, что кто хочет, пусть постится, кто не хочет, может не поститься в этот день, может оставить этот день. Поэтому из этого хадиса следует что? Что в этот день очень желательно соблюдать пост. То есть он как бы не является таким прям обязательно предписанным, но желательно, вот это, желательно его не пропускать. В этом же хадисе есть такой момент про курайшитов. Джахили они тоже держали. Курайшиты — это были идолопоклонники, язычники. Правильно же? Вот. Но пост им был предписан. И ученые вот думали, как же у идолопоклонников, у язычников был предписан такой один пост. Ну, большинство ссылается на то, что все-таки они это переняли у иудеев, которые жили в Мекке. То есть иудеи их научили поститься в этот день. Вот. Все мы знаем, что соблюдение сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это часть нашей религии. Поэтому нам не нужно упускать возможность, и нельзя упускать этот день, и лучше держать, провести его в посте, как делал это наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Само собой, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, избегал каких-либо действий, схожих
с другими религиями, с религиями Ахлюль-Китаб, иудеев и христиан. Вот. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ла ин бакиту ла амуранна бисияме йоумин каблаху ау йоумин баадаху йоума ашура». То есть, если я, говорит, доживу, пророк говорил, что если я доживу до следующего года, то непременно повелю, чтобы соблюдали пост и в девятый день, или в день после десятого, в одиннадцатый день. То есть пост нужно держать два дня желательно. Десятый, там, девятый-десятый, либо десятый-одиннадцатый. Да. Также сказано в одном из хадисов: Аба Атфан ибн Тариқ يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله قال فلن يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. Абу Атфан ибн Тариқ, ради Аллаху анху, сказал: я, говорит, слышал, как ибн Аббас говорил, когда постился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот день. И ибн Аббас как бы удивленно так спрашивал: это же, говорит, день Ашура, этот день, который возвеличивают иудеи и христиане. Говорит, почему мы же не должны быть схожими с ними? На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, говорит: когда наступит следующий год, то я буду поститься девятый день тоже, то есть совмещать два дня, говорит, буду. Но день поста, день Ашура, все равно остается. В другом хадисе сказано: «Ля ин салимту иля кабилин ля суманна яума тася». Если я останусь жив в следующий год, то буду соблюдать пост в девятый день также. Однако, к сожалению, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не дожил до этого дня. Вот. Но все-таки это правило осталось, поэтому если кто будет держать пост или планирует держать пост Йом-Ашура, ему нужно совмещать с двумя днями: либо день до и десятый день Ашура, либо день после. Если даже человек получилось так, что вот он не смог ни день, ни до, а просто держал день Ашура, в этом тоже ничего плохого нету, вот так тоже можно. Но желательно совместить его с каким-то либо днем, другим днем, либо до, либо после. Намерение на пост в этот день делается следующим образом. То есть я намереваюсь завтра соблюдать пост, желательный пост в день Йом-Аль-Ашура ради довольства, ради получения довольства Всевышнего Аллаха. Таким образом делается. Также говорят, что можно совмещать его с пропущенными днями. Вот. То есть если у кого-то есть какие-то пропущенные дни, можно... Там, правда, единственное, что надо будет намерение делать уже на то, что вы делаете пропущенный пост. Но тем самым вы еще и держите пост в этот день Ашура. Помимо того, что мы с вами должны поститься, раздавать садака, помогать делать благие дела в этот день, да, желательно, есть также еще, многие ученые во многих книгах пишут, что есть определенные молитвы, мольба, дуа, которые нужно в этот день сделать. Например, практически у многих и везде написано о том, что в этот день желательно делать следующие аскары. 70 раз нужно говорить «Хасбен Аллах, ва никм аль-вакиль, ниам аль-мауля, ва ниам аль-насыр». Вот. То есть 70 раз нужно произносить эти слова, которые переводятся: «Нам достаточно Аллах, Он наилучший, на кого полагается, лучший Господь и лучший, кто дарует победу, помощь». А затем после этого 7 раз нужно следующую дуа читать. Бисмиллахи рахману рахим. Субхана Аллахи миль аль-мизани ва мунтаха аль-ильми ва маблага ар-рида ва зинат аль-арши ла манджаа ва ла манджаа мин Аллахи илля илейх. Субхана Аллахи адада аш-шафи валь-ватри ва адада калимати Аллахи таммати куллиха. Насалюка ас-саламата би рахматика я архамар рахимин. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.
Именем Аллаха Милостивого, Субхана Аллах, причист Аллах от всего того, что ему не подобает, настолько, пока не заполнятся весы и по количеству его знаний, пока не достигнет его удовольствия, сколько весит арш. Нам некому прибегать, некому обращаться, кроме как к нему же. Субхан Аллах, причист Аллах от всего того, что ему не подобает, по количеству четных и нечетных цифр и по количеству совершенных слов Аллаха, мы просим у тебя спасения от милости твоей, о милостивейший из милостивых. Нет мощи, чтобы отказаться от плохого, и нет силы, чтобы творить добро, ободать, кроме как от Всевышнего и Великого Аллаха. Он нам достаточен, он наилучший. Но кого полагаются лучше Господь и лучше, кто дарует победу, помощь? Благословение Аллаха нашему господину пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, лучшему из творения его семьи, общения и всем его сподвижникам. Желательно вот эти слова все 7 раз повторить. Йомуль Ашура в этом году наступает 16 числа будет, то есть следующий вторник, иншаллах. Поэтому основной посыл нашей сегодняшней проповеди – делайте намерение все на то, чтобы не упустить такой день и поститься в этот день, иншаллах. То есть желательно там, понедельник, вторник делать пост, либо, там, я не знаю, вторник, среда, кому как удобно. Вот. Если уж совсем все какие-то есть сложные, хотя бы один день 16 числа во вторник держите пост, иншаллах, сделайте намерение. Пусть Аллах даст нам мир в наших землях, иншаллах, мир в наших душах и здоровье в наших телах. Да благословит нас Аллах жить верой, воздерживаться от того, что запрещено, и встретиться в раю, иншаллах, будущей жизни. Да поможет нам Аллах, иншаллах, во всех наших благих делах и начинаниях. وافقنا لطاعتك اجمعين وطاعه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعه من امرتنا بطاعته عملا بقولك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والله сделай так, чтобы все мы подчинялись тебе, подчинялись твоему посланнику صلى الله عليه وسلم, нашему пророку, нашему любимому пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, и чтобы мы все слушались и подчинялись своих руководителей. Делай это, как сказано, прямыми словами, открытым текстом, сказано в Священном Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха ладзина аману атиу Аллаху ва атиу Расуля ва улил амри минкум». О верующие, подчиняйтесь мне, подчиняйтесь посланнику и подчиняйтесь вашим руководителям. قولوا قول هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم السميع الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم آدم على دولتنا خيرها وهناءها وتقدمها ورفعتها ورخاءها وازدهارها وانشر السعادة بين أهلها أنت ربها ووليها اللهم وفق رئيس الجمهورية السيد الرئيس رستم بن نورغالي وآدم عليه موفور الصحة والعافية واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك اللهم ارحم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا إلى رضوانك وادخلهم بفضلك فسيح جناتك اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة